предложений, поработали башкой. Не предложили, но... Я пять раз сказать, доработали. Концептуальный вопрос, но или то, что есть. Это не концептуальный вопрос. Почему? Почему председатель принимает решение выносить какой-то отдельный вариант? Давайте все выносим. Все выносим. Первый где? Румельников. Второй где? Румельников. Вот все 10 тогда. Вот все 10 тогда. Я сейчас говорю. Вот если там не будет письменно, я подниму тоже хай. На чем? Насчет того, почему одни предложения проводятся от Единой России, другие нет. Обещаю, нет предложения от Единой России. Есть предложения от депутатов, и кстати, от получающих зарплаты, и точно так же нет. Мы вам еще для этого есть рабочая группа. А те, кто не получает зарплату? Те, кто не получает зарплату? Те, кто не получает зарплату, откроют по комитету и смотрят. Мы вам еще раз говорим. Да. Концептуально. Мы предлагаем тогда сейчас проголосовать. И что вы носите? Я не голосую. Хорошо, не голосуем. Тогда почему принято решение выносить с данными цифрами? Александр Георгиевич, вы можете ваше предложение.